счастлив? Очень. Я тоже. Лули, налечили вули, налечили вули, дай сили на лули, стали. Максимально хочется передать им красоту. Смотрите, какие крупные. Я просто в шоке. Просто грозди прям ягод. Всех поздравляю с Днем Победы. Желаю каждому из нас мирного неба над головой. Давайте беречь этот мир. Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь нежных и ласковых встреч. И пусть со мной нет сегодня любимый родной, знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок дорогой. Знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок дорогой. Поболтать березкой вдоволь про него и про любовь. Матушка земля, белая березка, для меня святая Русь, для других занозника. Матушка земля, ой, белая березка, для меня святая Русь, для других занозника. До новых встреч в эфире. Уверена, они обязательно случатся. Взаимно. Спасибо. Удачи. Мы с пупсиками сейчас идем гулять. Где мои пупсики? Идем гулять. Погода у нас сегодня замечательная. Трава уже так выросла. Очень сильно. Посмотрите, просто ковер. Тепло. Очень хорошо на улице. Авокадо вчера поправили. Деревце, смотрите, как расправили стволы, сразу по-другому смотрится. Всегда, пока молодое деревце, ему нужно придавать форму и давать направление. А еще хотел показать вам франджипани. У франджипани начали соцветия образовываться. Смотрите. Вот видите,
это говорит о том, что оно набирает цвет, и скоро будет тут опять красота необыкновенная. Роза, конечно, это что-то невероятное. Вот эта роза, как расцвела, я не знаю уже сколько времени, она все цветет. Посмотрите, какая шапка огромная, огромнейшая. А вот эта цветущая, плетущаяся роза, это еще одна моя любовь. Посмотрите, сколько у нее бутонов. Видите? Ну, это же восторг. Очень красиво. Здесь я вчера подрезала, но все равно букет прям необыкновенный. И тут тоже розочка набирает. Красота. Камни потихонечку приходят в себя после зимы. И вот когда они отцветают, вот это я убираю всегда вручную. Видите? Для того, чтобы это выглядело опрятно, это вот все надо будет убирать. Сегодня я этим займусь. Видите, разные цвета. Оранжевый, красный, розовый. Красиво блестят капли росы. Вот авокадо. А вот гортензия. Смотрите, как она уже у меня расцветает хорошо. И моя стена, и жасмин. Какая красота. Здесь не были. Помните, вот эта розочка одна была. Мы ее сейчас убираем. И остаются вот такие три красотки. Просто красотки. Смотрите, как лимончики подрастают. Каждый день, мне кажется, прям чуть-чуть подрастает, правда? Смотрите, какой уже. И вот тоже. А еще, что самое удивительное, помимо роста листьев новых, он еще и цветет. Вы видите, набрал цвет? Потрясающе. Больной листик сразу удаляем. Он нам не нужен. Две сестры бежали от войны. В свете 8, Кате 3 всего лишь. Вот, еще чуть-чуть, и спасены. За холмом своим, а значит, воля. Но рванула мина, сея смерть, позади идущих дымно, гадко. И один осколок долетел и ударил младший под лопатку. Словно скрыть хотел преступный след миллиграмм горячего металла. Ватник цел, и крови тоже нет. Только сердце биться перестало. Старшая сказала: «Хватит, Кать, ведь и мне приходится не сладко. Ручку дай, пора уже вставать. Час еще, и будет все в порядке». Но, увидев Катин взгляд пустой, Света на мгновение застыл. И котомку, выбросив с едой, на плечо сестру свою взвалила. И откуда силы в ней взялись? Но она бежала и бежала. Лишь когда увидела своих, пошатнулась и на снег упала. Подошла к детишкам и сестра, маленькую Катю осмотрела и сказала горестно: «Мертва». Света сразу в голос заревела. «Нет, не надо!» — разносился крик. «Люди, люди, разве так бывает? Старший брат Иван в бою погиб. Папу с мамой немцы расстреляли. Почему так много в мире зла? Развяжи сестры моей, игрушка!» Медсестра за плечи убила с поля 8-летнюю старушку. Ну а Катю на руки поднял пожилой солдат из 3-й роты. «Внученька!» — лишь только он сказал, — «как же я тебя не уберег-то?» В небесах закаты жгут костры, и ветра сворняют вздохи, словно тихо плачут две сестры
искорки безжалостной эпохи. Такой здесь санузел. Бьяц-отель называется, если что. Такой у меня номер. Я здесь одна в этом номере. И вот такой вид. Симпатичный достаточно. Едем на завтрак сейчас с девочками. Здесь такой лифт. Внутренний дворик есть. Очень симпатичный отельчик такой. Милый. Сразу несколько лифтов. Смотреть. Жду девчонок на завтраке и потом пойдем гулять. Такой здесь вестибюль. Сейчас здесь идет уборка. Вот смотрите, какая красота. Вы запоминаете название, прям рекомендую. Очень хороший отельчик. Merhaba. Merhaba, günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkürler. На улице потеплело, гораздо веселее стало гулять, интереснее. Мы сейчас зашли, небольшая передышка, покупочки сложили и идем дальше смотреть Стамбул. Ну, и девчонки мне сегодня хотят какой-то сюрприз устроить. Я, честно говоря, вообще не понимаю, какой. Накидайте, что вы думаете, что могут две сестренки устроить, какой сюрприз? Вот ваше предположение, прям даже интересно. Вот тот, кто угадает, тому отправлю подарочек от себя. Всем доброе утро. Каждое доброе утро. Стамбуле начинается вот с этого. Картинка такая, каштаны жареные, кукуруза, молния. Мы сегодня идем. Куда мы идем, девчонки, сегодня? Музей испанского искусства или дворец Ибрагима Паши. Ой, что это? Смотрите. Есть раскупки тут. Находится в таком месте, где мечеть и площадь Султан Ахмед видны лучше всего. Султаны наблюдали за свадьбами и торжествами, проводимыми на этой площади из Шахниша дворца. В турецкой архитектуре Шахниш – это части жилых домов, которые выходят на улицу или во двор и закрываются окнами с трех сторон.
дворец и Хатиджи Султана, сестры Сулеймана Великолепного, в 1524 году. Посмотрите на это дерево. Сколько ему сотен лет. Прекрасно выглядит, но ствол внутри пустой. Просто ничего там нет.